Всем салам, с вами Бро2Стар, и сегодня я вам покажу, как можно скачать город Эдисона, то бишь его выживание, где он выживал со своей девушкой. Но вы не забудьте подписаться и поставить лайк, чтобы пропускать больше хорошего контента, и на колокольчик не забудьте нажать. Ну а мы поехали! Для начала нам надо создать мир, чтобы как раз установить этот город. Вот. Назовем его... город... Эдисона. Вот. Ну и все, в принципе. Делаем творчески, так как там придется искать этот как раз город. Он не сразу там заспавнится. Не забудь, кстати, посмотреть ролик, где я, ну, смог скачать карту компота, то бишь его деревню. Вот, я еще ссылочку, может быть, оставлю в описании. Вот, ну и создаем, конечно же, мир. Ну и вот, ребят, загрузился наш, собственно, мир. Вот, довольно фигово у меня спал, но ничего страшного. И теперь заходим в Play Market, так как нам надо скачать одно приложение. Скачиваем, ребят, вот это приложение. Вот, ну так как оно у меня скачано, открываем. Вот там будет довольно простая регистрация. Вот, ну я... А, у меня нет регистрации, ну да ладно. И пишем в запросе город. Ой. Выживание. Эдисона. Эдимона, конечно. А, вот. Так, подождите. Вот, оказывается, ребят, я неправильно написал. Надо было написать город Эдисона и Кати. Вот, ну и скачиваем, конечно, самое первое, где больше всего скачано. Тут на нас загрузка и все остальное. Но я это пропущу. Ну и вот, ребят, там надо было пройти рекламу и все. Вот наш мир. То есть мы нажимаем на него. И сейчас мы будем как раз устанавливать вот этот сам город. Сразу говорю, что он может быть не полностью, типа те фанаты Эдисона могут сказать, что он не полностью и все такое. Я вас сразу предупреждаю, что он не будет полностью, скорее всего. Но это я сам еще не знаю, я это проверял очень давно. Так. Сейчас мы опускаем, чтобы было все так более естественно. Но я не буду прям так опускать, чтобы было прям все так... Вот, тут есть вроде бы лаборатория Кати, и вроде бы это их левая башня. Поэтому вот. И нажимаю на стрелочку внизу. Ну и тут у нас, конечно, идет загрузка, но мы это пропустим. Кстати, ребята, забыл сказать, пока у меня загружается. Загрузка может быть и долгой, и быстро. Типа, зависит от телефона и от памяти. Вот у меня, например, долго, хотя у меня памяти довольно много. И телефон довольно хороший, но у меня долго грузит. Поэтому, если у вас долго грузит, то просто подождите, и вот и все. Ну и вот, ребят, у нас уже почти закончилась загрузка. Вот. Ой. И, в принципе, сейчас, ну, загрузится, и я вам покажу сам мир. Потом нас перекидывает, ну, обратно сюда. И мы нажимаем «Открыть Майнкрафт». Ну, так как у меня он будет долго грузить, как всегда, 100 лет, то перемотаем. Кстати, ребят, я забыл сказать то, что когда, ну, вы устанавливаете какую-то карту и тот же город Эдисона, который я сейчас установил, то мир чуть-чуть будет больше весить, вот. Ну, это если кому-то нужно. Вот, ну, я буду ждать, пока у меня загрузится тупой мир. Ну и вот, ребят, у нас почти загрузился мир. Вот. О, загрузился. Так. И нам даже искать не пришлось, в принципе. Вот этот замок. Вот. Только что-то тут... да. Походу, или она изменена, или это как-то сделано. Фанаты Эдисона, напишите в комментариях, было ли такие неадекватные постройки реально на замке или нет. Вот. Тут всякие фермы, в принципе, тут, в принципе... О, тут даже таблички остались. В принципе, неплохо. Ну и вот, ребят. Вот такая, в принципе, карта Эдисона и получилась. Ну, вы не забудьте, как всегда, влепить лайк и все остальное. Ну, а с вами был Бро2Стар. Всем удачи, всем пока, ребят.